события в Ираке, допустим. Все же там делалось без санкций Совета Безопасности ООН, в той же Сирии, ну, в Югославии бывшей. Я сейчас не буду говорить о причинах, но там же не было никаких решений Совета Безопасности ООН. Не было. Но вот Соединенные Штаты сами выпустили этого джина из бутылки. Но если им позволено, то почему не позволено другим странам защищать свои коренные интересы таким же образом? Что происходило в той же Югославии? Мне мои коллеги неоднократно говорили, ну да, мы делали это без решения Совета Безопасности. Но там же война шла столько лет, 8 лет кровопролития, надо было что-то делать. А когда Россия начала защищать своих людей на Донбассе, где тоже шла война и истребление мирных граждан, детей, женщин, стариков, почему Россия не может это делать, встать на защиту своих людей? Причем не где-то за тысячи километров от своих национальных границ, а прямо у себя рядом, под носом. Тем более люди к нам повернулись и ждали этой помощи. Мир не может управляться из одного центра. И это даже вредно для самого этого центра, потому что начинает подрывать его основы.